Че творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянное видео Ивангая. Поздно ночью я лазил по интернету и наткнулся на это видео на каком-то странном мне сайте. Видео начинается, как Ивангай стоит на месте. Его глаза налиты кровью. Сам он какой-то сильно бледный, а на фоне играет странная музыка. Через секунду помехи, у Ивангая уже черные глаза, и он совсем не двигался. Так он стоял 5 минут. Позже он сказал мне своим голосом. Резкие помехи. Он что-то пьет красное. На бутылке видно надпись «Донорская кровь». Как говорит Ивангай, он не помнит этого видео. Он даже не помнит, как он его монтировал. Через время он начал заливать в себя еще какую-то жидкость. К сожалению, не можно понять, какую. Помехи. Показано, как Ваня смотрит какое-то страшное кино. И оно ему явно нравится. Опять эти помехи. Ивангай показывает какую-то банку с радиоактивными отходами. Оно светилось зеленым светом. Он начал это есть. Позже он добавил туда кровь и ел с кровью. Начались помехи, которые длились аж 2 минуты. После них Ивангай пробует сходить в туалет. Потом он показывал банку с опасной химической жидкостью. Он заливал себе ее в рот. И под конец он взял жареную человеческую кровь и накапал себе ее в рот. Ему становилось все хуже. Он решил смешать обычную кровь с жареной и начал пшикать себе в рот. Это очень ужасно. Резко видео оборвалось помехами. Показано, как Иван лежит на полу. В конце показано, как Ивангай выливает кровь и переход на старое видео. Это видео было очень фатальным для Ивангая. После этого видео он не появлялся в сети еще месяц. Что было за этот месяц, я не знаю. На этом все. С тобой был Сергионис, поставь лайк этому видео, тебе ж не сложно, а мне приятно. А также подпишись на мой канал и расскажи об этом видео друзьям, они будут вообще в шоке. На самом деле видео нормальное, это просто мое воображение. Ивангай лучший.